Дорогие друзья, разрешите мне от имени жителей города Ураль и от себя лично поздравить вас со столетием со дня образования Татарской Автономной Социалистической Республики. Татарстан был и остается одним из самых экономически развитых регионов России с богатой историей культуры. Часть моей собственной жизни связана с Татарстаном, и я не понаслышке знаю, какие трудолюбивые, добрые, хозяйственные, творческие люди живут в республике. Нас разделяют тысячи километров, но нас очень многое связывает. Сегодня в Урае, в Западной Сибири, проживает очень много выходцев из Татарстана, которые не теряют связи с родной землей. Уверен, что мы и дальше будем поддерживать эти связи, которые будут крепнуть на благо Татарстана, на благо Западной Сибири и всей нашей Родины. Желаю вам всем здоровья, благополучия и счастья. С праздником вас, дорогие друзья!